Основные задачи службы благоустройства – это содержание и ремонт автомобильных дорог города, содержание объектов благоустройства, малых архитектурных форм, детских игровых комплексов, содержание парковых зон, а также городского пляжа, фонтана. Мы выполняем работы по ежедневной уборке территории города, и автомобильных дорог. Значит, на данный момент в нашей службе трудится 172 человека. С 1 января 2017 года в службу передали участок по комплексному обслуживанию детских дошкольных учреждений. Они выполняют работы по сантехническим, плотницким и электромонтажным работам. Работы производятся через диспетчерский пункт службы благоустройства. Чем конкретно вот сейчас занимается в летний период ваша служба? На данный момент мы сейчас выполняем работы по покосу травы в городской черте, это в парковых зонах, вдоль автомобильных дорог. Ну, на данный момент мы сейчас подготовили процедуры по приобретению песка и соли для приготовления песчано-солевой смеси. Выполняем работы по подготовке специализированной техники к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года, чтобы качественно и вовремя убирался снежный покров в городской черте. 25 мая был обход главы муниципального образования город Десногорск Шубина Андрея Николаевича. Службу он благоустройства знает с самого ее образования. Было много задано вопросов, поставлено задачи. Посетили территорию участка механизации, участок зеленого хозяйства, уборщиков территории города, комплекс ритуальных услуг и городское кладбище. Андрей Николаевич внес свои предложения по улучшению производства, поставил задачи на дальнейшую работу коллектива.